Думаешь, суперкрошки это для малышей? Только потому, что они идут рано утром, а в это время встает только пара каких-то детей. Посмотри внимательно, там все многослойно, злободневно, жестко и увлекательно. Суперкрошки это не пачка печенья на простыне. Это глоток холодной воды для мира, который в окне. Пузырек, крошка полиглот, сладкая милашка, но за окти обгладает любую мордашку. Цветик, крошка индиго, гений выводов в конце серии, но любит воровать клюшки тихо. Пестик может трубочкой свернуть язык. Первый лезет в драку, выгрызая врагу кадык. Но и она человек непростой. Не любит мыться, и от нее пахнет порой. Суперкрошки по смыслу не уступают Левиафану. Только не пьют, носят бантики и спать ложатся рано. Сестра на сестру, одна против всех, но все за одну. Они не идеальны, но могут научить важному. Даже клептоман, психопат и вонючка способен стать героем отважным. Суперкрошки на дважды два, йоу.